Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский проверил ход капитального ремонта спортивного комплекса «Юность» в Сходне. Вместе с представителями подрядной организации осмотрели здание и прилегающую территорию, поговорили о перспективах сдачи объекта. Сегодня мы в Сходне на нашем любимом спортивном комплексе «Юность», оцениваем работы, которые за этот период были выполнены. Соответственно, мы видим о том, что работы идут с опережением графика. По плану сдача спорткомплекса после капитального ремонта – это апрель 2024 года. Ну и все предпосылки есть у нас к тому, что этот спорткомплекс примет детей уже в октябре этого года, то есть буквально через месяц. Работы выполнены более чем на 80%. В комплексе закончили перепланировку, добавили раздевалки, заменили коммуникации. Сейчас строители ведут отделочные работы, монтируют необходимое оборудование. По просьбе жителей реконструируют теннисный корт. Новое покрытие укладывают согласно технологии. Это, я так понимаю, для чистки покрытия используется? Трактор с щеткой используется для разгона песка. Тут песок насыпается специально. То есть еще на это покрытие песок насыпается? Да, чтобы между ворсинками был песок. Он держит ворс. Спорткомплекс «Юность» построили почти 40 лет назад. По словам Олега Карпухина, начальника отдела спорткомплекса «Юность», работы на финишной прямой. Завершаются работы по монтажу покрытия корта. Завершились работы по монтажу матч, освещение теннисного корта. Также была поставлена новая хоккейная площадка. Ведутся еще также асфальтные работы, зона парковки, основная зона входная. Спорткомплекс «Юность» – крупнейший спортивный объект города. На его территории расположены двухэтажный корпус с гимнастическим и тренажерным залами, футбольное поле, теннисный корт и хоккейная коробка. Проведенные работы обеспечат самые комфортные условия для занятия спортом. Елена Тараненко, Алексей Юртаев, новости Химки ТВ.